которая поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединенных Штатах, по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна. Мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. Что касается космоса, то в космосе мы делаем только то, что есть у других стран, включая Соединенные Штаты. И, конечно, вы правы, они об этом знают. А вот что касается переговоров, мы никогда не были против переговоров. Мы всегда были за переговоры. И руководство вооруженных сил Украины издало приказ об отводе своих вооруженных сил, когда они уже были в движении и покидали этот населенный пункт. Ну, я так понимаю, что сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот отход и придать ему видимость такого организованного вывода. Касается в целом ситуации на Авдеевке. Это безусловный успех, я вас поздравляю. Его нужно развивать, это тоже очевидная вещь. Но развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным и личным составом, и вооружением, и техникой, и боеприпасами. Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media.